сравнению с обычным интернетом и с котиками, книги стали одним из самых сложных для потребления видов информации. Потому что они длинные, потому что они требуют много внимания, потому что с ними нужно работать как-то содержательно. Книги нужно искать. Из всего найденного нужно как-то находить и выбирать лучше то, что на что не будет жалко времени. Интересного, полезного и важного контента сваливается гораздо больше, чем мы можем. Как его приоритизировать, как его отбирать, как его оформлять, как все. Вот этот вот вопрос, он не дает собака покоя. Есть моя личная история чтения, которая развивается последние много лет. Я пытался найти какие-то удачные ответы на текущий вопрос. У меня есть 30 книг за последние 5-7 лет. Из этих книг набрано огромное количество цитат. Эти цитаты нужно иметь возможность быстро просматривать, перелистывать и анализировать. И в идеале эти цитаты являются якорями для тех рынок идей. Проблема в том, что после каждой книги остаются десятки наклеек, пометок, закладок, остаются выписанные цитаты, которые нужно как-то организовывать, структурировать. И нужно как-то сварить все воедино, и это еще более сложно, чем само по себе чтение. Именно об этом я собираюсь спрашивать других людей, именно об этом я надеюсь получить какие-то новые мнения. Чем больше разных интернативных точек зрения у нас будет, тем всем будет.